Здравствуйте! Я покажу вам сегодня. У нас имеется колода красных карт. Что тут еще? Собственно говоря, хочу вам показать фокус один из красных карт. Сегодня меня ассистирует Александр Унов. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Добрый вечер. И я начну сбрасывать карты в левую руку, а вы должны мне сказать стоп или момент. Стоп. Берите карточку и запоминайте ее. Кладите обратно. Мы накрываем сверху еще одной партией карт с красной рубашкой. И щелкаем пальцами. Смотрим, что же у нас здесь такое. На паркете, к сожалению, карты очень плохо раскладываются. Это не дефект фокусника. Опа! Синяя, что она здесь делает? Непонятно. Давайте разбираться. Александр, неужели вы считаете меня за идиота? Где она? Что не делает синяя карта? Объясните мне. Я не брал. Вы не брали? Замечательно. Смотрим, что это за карта. Это ваша карта? Это наша карта. То есть это ваша карта? Наша карта. Не понимаю. Ну хорошо, ладно. Эту карту мы в вашу карту кладем сюда. Двойка треф, да? Да, двойка треф. Двойку треф кладем сюда. А вам я хочу показать и для себя же проверить то, что здесь, в принципе, должны быть все красные карты. Все или не все? Все. Синих больше нет? Синих больше нет. Замечательно. Значит, давайте я теперь опять начну сбрасывать карты, и вы мне скажите стоп опять в любой момент. Стоп. Запомните карту. Да. Есть, да? Да. А теперь я опять щелкаю пальцами. И мы проверяем, есть ли здесь синие карты. Так. С помощью паркета, на котором они совсем не раскладываются. А, синий карт здесь нет. Где синие карты? Вот же она. Вот это? Да. Правильно.